честь наступивших каникул и праздника День защиты детей Белоглинский дом культуры провел концерт «Танцы, песни, дружба. Вот что детям нужно», посвященный юным белоглинцам. Детей приветствовал и поздравил глава района Олег Ефимов. Дети наши – это наше будущее. Поэтому в этот день мы просто должны усилить себя, чтобы больше их окутать любовью, заботой. А на самом деле мы должны каждый день заботиться, любить их, давать им самые лучшие знания для того, чтобы они выросли патриотами нашей страны, для того, чтобы мы ими гордились. Поэтому в этот день, конечно, я пожелаю детям хорошо провести каникулы, которые начались с сегодняшнего дня. Ну и самое главное, конечно, им мира, добра, в общем, благополучия, а родителям здоровья и терпения. В концертной программе приняли участие детские творческие коллективы района. Юные артисты подарили зрителям яркие вокальные и хореографические номера. Программа пестрила своим разнообразием, оставив после себя заряд хорошего настроения и огромную радость в глазах тех, для кого она была подготовлена. Дай мне ударных! Хороший день заменила ночь, под небом звезды, похоже на тебя, ты ночь. Нет негативных факторов, злых директоров, небезопасных секторов. Когда разбежалась и напомнила, я не устала, да. Я работал в поте лица, но бодрит эта красота. И я хочу высоких, я хочу ударных, я хочу бессонных. Начну лишь с тобой, еще успеем, еще успеем отдохнуть. В этот день в Доме культуры царила по-настоящему праздничная атмосфера. Музыка, танцы, викторины и, конечно же, юные зрители и участники получили мороженое.